Вот, смотри. Выглядит симпатичнее Редстоуна, правда? Обычно я стараюсь избегать стычек с протосами, если это возможно. Это не простые протосы. Это секта фанатиков, называющих себя Талдарим. Они верят в то, что Тиразин — священный дар Зелнага. Если протосы вызовут воздушный флот, они раздавят нас, как тараканов. Свон, загрузи-ка новые чертежи в базу данных арсенала и наладь производство голиафов. Если их противовоздушные орудия так же хороши, как раньше, то мы продержимся. Ладно, ковбой, сделаю. Будут тебе голиафы. Как мы доберемся до Тиразина? Видишь алтари? Мистики из секты Талдарим используют их для добычи Тиразина. Подходи, добери канистры. Наши КСМ смогут донести канистры до базы. Но нужно будет защищать их от нападения. Если повезет, мы сможем улететь с добычей прежде, чем нас обнаружат Талдаримы. Ладно, приступим. Связь налажена. Канал открыт. Отдавим их интеллектом. Вот координаты мест добычи Тиразина, брат. Надеюсь, это немного облегчит тебе жизнь. Наши КСМ могут перевозить канистры с Тиразином. Вот только чтобы отсоединить их, потребуется некоторое время. Так что не оставляй КСМ рядом с алтарями без присмотра. КСМ готов. КСМ готов. Есть работенка. Выкладывай. Владишки. КСМ. Клеров на связи. Какие будут указания? Пристройка завершена. Входящее сообщение. Эта планета была священной землей Талдарим задолго до того, как тираны проложили путь к звездам. Немедленно убирайтесь прочь. Погоди, не горячись. Нам всего лишь нужно немного газа.
Ты обернуться не успеешь, у нас уже и след простыл. Мы не позволим вам осквернить дыхание жизни. Воины, покарайте всех, кто осмелится прикоснуться к алтарям. Протосы приводят войска в боевую готовность. Судя по всему, они попытаются уничтожить наши КСМ во время сбора тирозина. Предлагаю собрать мощный отряд и обходить алтари по одному. Понял. Здесь нельзя строить. Есть. Система функционирует. Внимание! Талдарим запечатывают алтарь с тирозином. Приехали. Они запечатывают алтари, чтобы мы не могли добраться до газа. Нужно пошевеливаться, иначе мы не сможем добыть достаточно тирозина. Связь налажена. Система функционирует. Доктора вызывали? Ну да, конечно. Какие будут указания? Штаб вас понял. Доктора вызывали? Улучшение завершено. Недостаточно минералов. КСМ готов. Бегом, марш! Клеров на связи. Кому навешать? КСМ готов. Я уже заждался. Кто на новенького? КСМ готов. Приказы будут? Внимание! Талдарим запечатывают алтарь с тирозином. Требуется помощь. Система функционирует. Брось в дороге! КСМ готов! Требуется помощь. Выкладывай! Вооружен и опасен! Thank you.
Требуется дополнительное улучшение. Завершено. Требуется... Понял. Требуется дополнительное хранилище. Недостаточно минералов. Задавим их интеллектом. База атакована. Запечатывают алтарь с тирозином. Что стряслось? Кто на новенького? Кого подлатать? ТСМ готов. Ну да, конечно. Система функционирует. ТСМ готов. Что происходит?
Внимание! Талдарим запечатывают алтарь с тирозином. Точняк! Понял. ТСМ готов. Голиаф на связи. Ну да, конечно. Еду. Доктора вызывали? Есть. ТСМ готов. Доктора вызывали? Голиаф на связи. Система. Доктора вызывали? На связи. Какие будут указания? Время действовать. Голиаф на связи. Сейчас рванет! Внимание! Талдарим запечатывают алтарь с тирозином. Что происходит? Есть! А? Улучшение завершено. Вижу все по-взрослому. Голиаф на связи. Задавим их интеллектом! Голиаф на связи. Давно бы так! Что стряслось? Ура! Сверхурочные! Ну да, конечно. В пути. Точняк. Будет сделано. Есть, сэр. Ага. Водишь ты. За твой счет. Высылайте подмогу! Давай, живи! Лев на связи. Вас понял. Разбежка. Превосходно. Конечно. Про.
чего пугаешь? Клеров на связи. Требуется помощь. Так скажешь. Талдарим запечатывают алтарь с тирозином. Еще бы! Высылайте подмогу! Высылайте подмогу! Месторождение минералов выработано. Почему бы и нет? ЗМ готов! Клеров на связи! ЗМ готов! Кому навешать? Отлично! Все понятно. ХСМ готов. Окей. Кто на новенького? Выполняю. Будет сделано. Есть, сэр. Мистер. ХСМ готов. Как скажешь. Клеров на связи. Месторождение минералов выработано. Давай, удиви меня! Месторождение минералов выработано. Клеров на связи. Внимание! Талдарим запечатывают алтарь с тирозином. Вооружен и опасен! Высылайте мешки для трупов. Приказы будут? Приказ получен. Кому навешать? Yes, sir.
Я уже заждался. Вооружен и опасен. Задавим их интересно. Месторождение минералов выработано. Даримы не выдержали вашего натиска. Они отступают. Отличная работа, сэр. А вот и последняя канистра. Сваливаем, ребята. Похоже, мы и так злоупотребили гостеприимством. Сэр, я получил зашифрованную передачу из неизвестного источника. В ней утверждается, что Тош участвовал в секретном проекте «Лезвие тьмы». Для развития псионных способностей призраков
Они использовали Джори и Тирозин. Все так. Мы фантомы. Призраки нового поколения. И когда ты собирался все это мне рассказать? У всех есть свои маленькие тайны, мистер Рейнер. Я ведь ничего не замышляю против тебя. Может быть. Но чего добивается тот, кто отправил сообщение? Мэтт, ты можешь как-нибудь вычислить источник передачи? Нет, сэр. Но сообщение заканчивается словами «Скоро увидимся». Это, наверное, Менгск. Он пытается стравить нас. Ты же не дашь ему этого сделать. Отложим разговор до тех пор, пока я не выясню, откуда сообщение. А за тобой, Тош, я буду присматривать. Ну, попробуй. Все еще не доверяешь мне, брат? Пока не определишься, обсуждать нечего. Я повторяю, погибли тысячи людей. Произошедший несколько часов назад взрыв на военном заводе Доминиона вызвал цепную реакцию, в результате которой несколько кварталов жилого района, где проживали семьи рабочих, были стерты с лица земли. Служба безопасности Доминиона утверждает, что это был теракт, совершенный повстанческой группировкой Джима Рейнера. Но наше собственное расследование указывает на то, что на территорию завода проникли агенты с уникальными способностями к маскировке. В связи с чем напрашивается вопрос, могут ли беглые призраки, о которых мы упоминали ранее, все еще представлять угрозу? Кейт Локвилл, специально для UNN из Центрального мира Нефер-2. Я же его на Марсаре оставил. Как это... Тайкус, все никак не угомонишься? Рад тебя видеть, командир. Как там, Джимми? По стаканчику, сэр. Самое время. Предлагаю тост. Было бы неплохо завести тут живую музыку. Есть предложение. Мои ребята всегда готовы помочь. За хорошие деньги. Это тоже чертов псих, Джимми. Вечно мычит себе что-то под нос и цацкается со своими куклами. Ну и ладно, разнообразие вносит. Кто-то же должен компенсировать твою утонченность и изящные манеры. Да он же ненормальный, братуха. Я понимаю, что иногда у всех немного сносит башню, но тут случай особый. У него явно не все шестеренки на месте. Что скажешь об этой зашифрованной передаче? Честно говоря, я не знаю, сэр. Если Тош действительно фантом, то понятно, почему Менгск пытается вас стравить. Но ведь и Тош явно что-то скрывает. Если мы хотим победы революции... Ты прав. Мы должны быть уверены в своих союзниках.
По вашей просьбе я провела исследование проб тирозина. Похоже, что это типичный веспен с весьма необычными органическими примесями. Для чего он может использоваться? Газ определенно влияет на химические процессы в мозге. Думаю, его можно применять в качестве наркотика или стимулятора. Наркотика, говорите? Просто чудесно. Сэр, почитайте отчеты на канале. Я получил донесение об операции Доминиона по вывозу ресурсов Старсониса. Несколько поездов и минимальная охрана. Если мы перехватим составы и экспроприируем груз, то сможем неплохо заработать. Мёбиусам нужно доставить еще один артефакт с мертвой планеты Ксил. Они уже посылали за ним команду специалистов, но пару дней назад те перестали выходить на связь. Думаю, им просто не повезло. Но мы все равно выбьем себе прибавку за вредность.